Ты хотел поговорить? Теперь дело за тобой. Все ингредиенты для Саски у меня есть. Тогда приступим. Скьятаэли, отойдите. Это моя любимая магия. Лес Бамантия называется. Как тебя зовут? Санта. Как твое имя? Саски. Ты помнишь, что произошло? Меня отравили. Яд. Сколько времени прошло? Что с битвой? Солдаты, Хенсельд! Тихо, тихо. Еще успеешь выиграть свою битву? Пойду объявлю, что ты вернулась в мир живых. Тебе я обязана жизнью. И Филиппе. Спасибо, Геральт. Я отблагодарю тебя, даю слово. Вы сняли проклятие? Нет, но почти все готово. Похоже, нам будет нужен меч Вандергрифта. Так взял бы его. Для меня это просто кусок железа. Скейтели не допускали к тебе никого, кроме Филиппы. Но даже ей они не дали бы твой славный меч. Скоро попробую снять проклятие. Зачем ты мне помогаешь? Хотел бы я сказать, что делаю это для тебя или ради идеи, но дело в другом. Все проще. Один эльф предсказал, что в этом бою ко мне вернется память. Не думала, что ты веришь предсказаниям. Я не верю. Но вдруг получится. И потом, если моя амнезия — это следствие чар, то предсказание вполне осмысленно. Когда я сниму проклятие, над полем боя прокатится волна чистой, неконтролируемой силы, которой будет нужен выход. А затем возникнет сильное поле антимагии. Последствия пребывания в таких условиях предсказать сложно, но что-то обязательно должно произойти. Кроме того, мне больше ничего не остается. Удачи, ведьмак. Мы будем ждать.